Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. На одном из каналов Николая Бондаренко, Бондаренко Лайв, вышел ролик, который меня заинтересовал. Он называется «Просчиталась ли партия в выборах?». Я не раз уже говорил, что являюсь человеком левых убеждений и сторонником ноосферного мировоззрения, которое я считаю дальнейшим развитием мировоззрения коммунистического. Это конспирологическое мировоззрение, и о нем не прочитаешь открыто. Но я уже начал рассказывать о нем. Начал рассказывать о нем в цикле роликов, посвященных моему научно-фантастическому роману «Темное пламя». Первые три ролика этого цикла я недавно объединил в один, и он будет на конечной заставке. Плейлист «Темное пламя» тоже будет на конечной заставке. Я также не раз подчеркивал все значение свободы информации. С позиции ноосферного мировоззрения главным признаком фашизма является блокада информации, поскольку только такая блокада может быть эффективным оружием против правды. В настоящее же время, благодаря интернету, в нашей стране установить блокаду информации, во всяком случае, пока невозможно, что и дает основание для положительного прогноза. Но далеко не все оппозиционные политики, не говоря уже о простых людях, это понимают. И мне очень понравилось то, что это понимает Николай Бондаренко. О чем он и рассказал в указанном ролике. В нем он ясно дал понять, что не разделяет пессимизм многих после прошедших выборов. Он подчеркнул, что несмотря на все фальсификации, КПРФ все же одержала победу там, где было достаточно наблюдателей. Более того, в некоторых регионах КПРФ даже официально победила Единую Россию, но так было далеко не везде. И так было потому, что обстановка еще не дозрела до конца. Многие люди просто еще не верят в выборы. Вот как он об этом сказал. Но несмотря на, собственно, вот такую картину, были регионы, которые действительно просто показали невероятное. Несколько регионов открыто победили Единую Россию, да, только там КПРФ набрала больше, чем Единая Россия. Это просто невероятно, такого не было никогда за всю историю нашей страны. То есть, да, какая-то часть нашей страны, да, показала вот такой результат. А были там, где, ну, просто абсолютный полный провал, да. Там население оказалось очень пассивное, вот. И сравниться с возможностью контроля на избирательных участках, конечно, по своей значимости может только активность самих граждан, самого населения. Вот эта явка в 70-80%, протестная явка, которая была необходима, ее не было. Не было такого протеста. Даже при этом Единая Россия проиграла. Но очевидно, что этот проигрыш мог быть с треском, просто ошеломительный, невероятный, но, к сожалению, весомая часть нашего общества властью убеждена, что на выборы ходить не надо. В указанном фрагменте он также подчеркнул, что необходимой протестной явки в 78-80%, увы, все же не было. Равно как и не было законных массовых протестов против фальсификаций после выборов. Но это не значит, что этого не будет. О том, что развитие ситуации идет далеко не в пользу власти, четко говорит динамика последних лет. Народ, очевидно, просыпается. И главная причина этого в том, что власть утратила монополию на информацию. Вот как он об этом сказал. Почему? Откуда это все взялось? Это, конечно, безусловно, выливается из того, что власть теряет монополию на информацию. Власть больше не может контролировать и манипулировать общественное сознание. Телевизор постепенно отмирает. Он пока еще имеет большую роль в жизни нашего общества, особенно среди пожилого населения, среди людей, вот особенно там, старше 60 лет. Но, тем не менее, даже эта категория граждан сегодня активно осваивает интернет, и этот тренд, безусловно, для Кремля он самый разрушительный, который только может быть. Потому что общество начинает смотреть на процессы вокруг трезво, ясно, смотреть на это объективно, и власть ничего не может поделать с этим. Да? И как я уже сказал, думаю, что он абсолютно прав. Я уже не раз подчеркивал, что социальная активность населения нашей страны растет. И есть только один способ преодолеть эту тенденцию. Либо вообще отключить интернет, либо ввести в нем жесткую цензуру. А это очевидно нереально.
возможность создать у нас в стране аналог китайского фаервола номенклатура уже упустила. Помню, не так давно СМИ и блогеры активно повторяли шутку. В нашей стране идет борьба телевизора и холодильника. Но дело в том, что это уже не так. Сегодня в стране эта борьба реально перешла несколько в другую фазу. И эту фазу, можно название этой фазы, можно сформулировать так. Сейчас идет борьба телевизора и дисплея. И не столь уж важно, дисплей чего это. Дисплей компьютера, дисплей смартфона, дисплей планшета, ну и так далее. И видно уже невооруженным глазом, что телевизор борьбу дисплею проигрывает все вернее. Независимые интернет-СМИ и блогеры все вернее выигрывают борьбу с государственными СМИ, главными из которых, безусловно, являются телерадиокомпании. И выигрывают они эту борьбу по очень простой причине. На их стороне правда. И номенклатуре пока нечего этому противопоставить. Впрочем, я уже сказал, этому можно противопоставить только цензуру в интернете, что, к счастью, пока нереально. Что будет по мере того, как правда будет овладевать умами и сердцами все большего количества людей в нашей стране? Думаю, не нужно быть пророком, чтобы сделать такое предсказание. Конечно, номенклатура будет ловчить. Например, в их руках отменить все народные выборы президента и сделать так, чтобы его выбирала Госдума. Да только это, если им только не удастся ввести жесткую цензуру в интернете, только отсрочит крах номенклатуры и крах в целом политарной системы в нашей стране. Мой подробный ролик, рассказывающий, что такое политаризм, будет в подсказке. Но, как я уже говорил, я не верю, что им удастся это сделать. Для того, чтобы ввести жесточайшую цензуру в интернете, у них нет уже ни денег, ни времени. Повторяю, социальная активность все растет. И если не изменится политика закручивания гаек, то будет нарастать и протестная активность. Есть, кстати, еще одна деталь, о которой я пока еще ни разу не говорил. Но, думаю, об этом мы однажды поговорим подробно. С позиции ноосферного мировоззрения в условиях господства высоких технологий потенциал политики закручивания гаек крайне ограничен. Подобная политика в таких условиях быстро обречена закончиться крахом. Правда, с одной оговоркой, если, конечно, не будет установлена информационная блокада. Но если установить информационную блокаду номенклатуре не удастся, то политика закручивания гаек очень быстро даст обратный эффект в силу одного социального закона, который еще, да, неизвестен современной науке, но который современная наука все вернее и вернее начинает нащупывать. Ну а сферное же мировоззрение, повторяю, оно конспирологическое. О данном законе знает давно. Иван Ефремов, например, в романе «Час быка» назвал его «закон Сенетроба». В наше же время академик Акоп Назаритян называет этот закон гипотеза техногуманитарного баланса. Академика Назаритяна, увы, уже нет с нами. Но, тем не менее, он вплотную подвел науку к открытию закона, который пока известен, да, только конспирологам. Но подробно об этом законе, я думаю, мы однажды поговорим в цикле, цикле роликов о моем романе «Темное пламя». Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?